Пятница, день отъезда, собираемся потихонечку. Здесь бардак надо весь убрать, посуду помыть. На улице у нас жаремба. Время у нас московское, радио российское. Люди у нас Северодвинск. Да. Вот. Сейчас мы тут все соберем. Вот такой сегодня день. Сюда надо кронштейн для телевизора. Губки для мытья посуды, соли, что еще, побольше питья, так скажем, что еще? Да, за питья там типа лимонадов дешевых. Да, вот. Да, это он попал там, ну что-то. Так, все вроде как бы типа так, здесь все вроде другое есть. Вот. Мы собрались, мы прибрались, выключаем радио. Что вы шикали? Время вот, поехали. Так, Женя, скажи, сюда еще нужно вилку для... Я вообще не представляю про что. Для генератора. Включай генератор. О. А, все, это с зимы еще у нас идея такая была. Да, поменять вилку. Делай маленький ролик, надо. Да, вилку. Уже сделали. Саня уже записал. Приедем, будем смотреть телевизор.
Я же говорил. Такая хорошая, блин. Ну, сопротивление-то какое-то.